Почему партнерство было односторонней помощью, понятно. В 90-е годы Россия нуждалась во многом. Но почему немцы продолжают такое партнерство до сих пор? Почему безвозмездно вкладывают в эту идею свои силы и деньги? Во Владимире отвечают по-разному. Боюсь, что затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но, может быть, свою культуру просто... о своей культуре в другие народы говорить, таким образом продвигать свою культуру. Может быть, чтобы лучше познать культуру именно русского человека, быть человеком, может быть, не знаю, сложно на самом деле ответить на этот вопрос, очень интересно, но сложно. Некое неудобство. Думаю, с какой стати они нам помогают, там, деньги дают, ирландский дом построили там, и так далее, и так далее. Автобусы, в конце концов, нам продают по дешевке, допустим, там. И поэтому мне как бы хотелось сказать им, что настанет момент, когда мы станем побогаче, и мы будем тоже вам интересующие вас вопросы решать. Сейчас в городах-партнерах сотрудничают десятки организаций. Университеты и школы, культурные союзы и спортклубы. Поездки друг к другу – самая волнительная и запоминающаяся часть партнерства городов. В общественном проекте появляются личные впечатления. Первая делегация из Владимира приехала в Эрланген в 84-м. Это был далекий, неведомый советскому человеку Запад. Сравнивать эти города тогда было сложнее, чем сейчас. И немцы страстно подчеркивали свои цели в этом проекте. Мы замечали, что изобилие товаров в магазинах не только впечатляло наших гостей, но и приводило их в замешательство. В этом отношении было запланировано достаточно времени для покупок. Это было очень важно. Но мы также старались дать понять, что для нас уровень жизни не так важен, что существуют другие вещи – сердечность, доверие, человечность. Эти ценности важнее товарного изобилия. Городок рядом с Нюрнбергом. В три раза меньше Владимира, но с уважаемым университетом, знаменитыми медицинскими клиниками и всемирно известным концерном «Сименс». Студенты владимирских языковых курсов после 2 лет учебы могут приехать в Эрланген, тот самый, о котором они столько раз говорили на уроках. У этих жительниц Владимира летние курсы в стране изучаемого языка подходят к концу. Последний день начинается с квеста. Найти ответы на вопросы, пройдя по городу. И чем быстрее, тем лучше. Смотри, тут вообще вопросы про эти города партнеров. Это, наверное, тоже возле ратуши должно быть? Скорее всего. А, мне кажется, это здесь должно быть. Ну, не знаю, посмотрим. Но все только равно до ратуши дойдем. Извините, где здесь ратуша? Наконец, добежали до ратуши. Неожиданно современного здания в этом древнем городке. Рядом со входом та самая справочка о городах-партнерах. У Эрлангена их 8, но так сложилось, что программа сотрудничества с Владимиром больше, чем со всеми остальными городами вместе взятыми. Сдав результаты учителю, вскоре все узнают, кто победил в квесте. Нашим девушкам не повезло. Оказывается, кто-то бегал еще быстрее. Без обид, все-таки последний день. Преподавателю вручает подарок на память. Я чувствую себя очень близкой с русскими. Я немного меланхолична, при этом я веселый человек. Мне кажется, многие немцы эмоционально очень близки с русскими. И я думаю, это хороший повод установить друг с другом добрые контакты. После кофе-брейка еще урок. Звучит песня о карри-вурст, берлинской сосиске. А вот и картинки. В каждом регионе Германии самые любимые сосиски свои. Разговор о колбасе – это про культуру. На таких курсах не запоминают грамматику, не спрягают глаголы. Здесь важно начать чувствовать язык, чтобы по-настоящему понимать немецкого собеседника. Перед их приездом я начала задумываться на фоне этой ситуации с Крымом и Украиной, приедут ли они вообще. И когда я узнала, что приедут, была очень рада. Политика на это не влияет, и это здорово. Думаю, во время следующего визита мы обязательно поговорим о политике, потому что у нас есть информация, которой нет у вас. И наоборот,
Вы знаете то, чего не знаем мы. В этот раз мы совсем чуть-чуть поговорили об этом. Я решила не углубляться. Возможно, я боялась услышать мнение, которое отличается от моего. Студенты из города-партнера живут в семьях жителей Эрлангена, а под конец обучения даже приглашают друг друга в гости. Вот Клара Минина и Сима Иванова направляются к Лизе Виноградовой и Сибилле Гуччи. Да, Сибилла. Отсюда. Сима. Клара. Сибилла, Клара. Окей. Вау. Встреча в рамках народной дипломатии. Я всегда мечтала о каком-то, чтобы выжить на крыше. С чердаком. Да, это же красиво, смотри. Да. Сибилла не первый раз принимает гостей. Студенты из разных стран жили у нее и раньше. Опытная хозяйка, она всегда знает, что можно обсудить. Я готовлю с удовольствием. Вот это с Руси еще. Да, борщ. Но не очень у меня получился. Берешь немного. Кавия? Кавия? Она не знает, что это такое. Что тут скажешь, русская девушка, и этого не знает. Иди со мной. Вот, как это по-русски? Икра. Икра. Сибилла любит путешествовать. Как раз это и привлекает ее в идеи городов-партнеров. В России была в Петербурге, в Москве, Иванове и, конечно, Владимире. Кстати сказать, туристов из Эрлангена во Владимире много. Некоторые там даже открывают бизнес. Этот город, хоть и дальний, но все же родственник. Во-первых, я люблю вашу страну. Мне нравится такой менталитет. Мне, в принципе, интересно знакомиться с людьми из других стран. Как они думают, как себя ведут, как развивалась их страна, международное положение. Об этом мне тоже интересно поговорить. Лиза прожила у Сибиллы 2 недели. Это ведь тоже курсы культуры и незнакомого быта. Настоящее погружение в язык, когда говоришь на нем каждый день, с утра до вечера, обо всем на свете. Она меня спросила, что мне не очень нравится в Германии. И я сказала, что мне не нравится, что, например, своей подруге ты не можешь позвонить и сказать, пойдем в кино сейчас. Надо об этом заранее договариваться. Она говорит, да, это правильно, у нас у всех так. Показала свой ежедневник. Они все более организованные, у них все по плану, у каждого есть ежедневник, все расписано, все очень пунктуально. Вот и к ужину Сибилла подготовилась. 5 перемен блюд. И меню захотела озаглавить по-особенному. Разузнала где-то вроде бы русскую шутку. Под столом мы увидимся. Типа, когда мы выпьем. Ценитель икры и водки, Сибилла включила русский напиток в меню. Но на ужине в честь окончания учебы обошлись напитками полегче. Невдалеке от Эрлангена, на природе, расположился вот такой комплекс, но это не ферма. Рядом с ухоженными частными домиками 3-этажное здание в цветах, но это не многоквартирный дом. Это психиатрический центр, совсем небольшой, и пациенты, их называют клиентами, здесь живут как бы дома. Вот собрались на обед в столовой. Сегодня такая идея естественна для Германии. Психически нездоровые люди живут рядом со всеми остальными. Тут есть персонал, но внешне не отличишь. В России немцы попытались сделать что-то похожее. Построить детский психиатрический центр прямо в селе Борское во Владимирской области. Идея проекта «Голубое небо» была в том, чтобы выйти за рамки психиатрии, использовать богатую русскую природу и, построив несколько домиков в обыкновенной деревне, включить детей в повседневную деревенскую жизнь. В деревне очень много дел, которые могли бы выполнять наши дети. Если, например, у бабушки сломался забор, дети могли бы его починить. И если у бабушки есть корова, можно купить у нее молока, чтобы было двустороннее движение, и все помогали друг другу. Это была основная идея. Это бы и детей заинтересовало, и пожилые люди получили бы необходимый уход. Это оказалось чересчур. Немецкую идею жить рядом с отделением психиатрической больницы жители села под Владимиром приняли в штыки. Грустно, но и Германия не сразу пришла к этой идее.
Голубое небо все-таки создали, но в другом селе и за оградой. Вот оно, голубое небо. Центр социально-трудовой реабилитации детей с психическими расстройствами. Идея и создание немецкие. Финансирование сейчас российское, из Владимирского областного бюджета. Все с собой довольны? Да! Молодцы. В принципе, все молодцы. Почти все справились с заданием. Раньше был обычный санаторий. Теперь это что-то вроде детского лагеря, куда приезжают на 2 недели. Дети, конечно, не знают названий прогрессивных европейских методик, педагогика переживаний или арт-терапия, но всем понятно, что здесь можно играть, заниматься спортом, петь, мастерить и придумывать. Ловушки для снов. Ловушки для снов? А что это такое, расскажи? Когда спишь, хорошие сны просыпаются. А что ты вешаешь? Ловушка для снов. У меня уже их 4. Так. 3. И что тебе какие? 4. У меня одна на балконе. В столовой кто-то разглядит незнакомые слова. Гутен аппетит. Другой заметит у входа, рядом с российским флагом, еще один триколор. Есть и таблички с именами спонсоров и фото. И все-таки дети мало что знают про Германию. Хотя слово «немцы» многим знакомо. К сожалению, почему-то у них все это связано с негативными такими эмоциями, что немцы, фашисты, надо их бить, убивать, стрелять. Вот. Вот не знаю, знают они про войну, про Великую Отечественную. И вот. Ну, не все. И, естественно, мы все это отводим и переводим на другие, так сказать, рельсы, и стрелки-то переводим. И объясняем, и говорим, что вот это подарок вот как раз немецких наших друзей, что вот вы рисуете вот этими там красками, это тоже их подарок. И вот, естественно, говорим. Так неожиданно отзывается в детях 21 века век 20-й. И понятней становится объяснение немецких спонсоров из Эрлангена, зачем они занимаются этим, зачем тратят время и деньги, зачем называют себя друзьями Владимира. У России и Германии много общей культуры. С другой стороны, между нами было много непонимания за последний век. Я имею в виду 2 мировые войны. И мне кажется, самое важное в общении с российским народом – это избежать повторения такого в будущем. И снова Эрланген. Владимирские психологи и психиатры из «Голубого неба» и из других организаций приезжают на стажировку к коллегам. Здесь тоже повесили 2 флага. Это еще один проект сотрудничества городов, научно-практический. Я вижу в России многое, что можно изменить очень простыми и доступными средствами. Изменить, не вкладывая большие деньги. Вижу людей, которые хотят этим заниматься. И если все правильно организовать и направить в правильное русло, можно достичь очень многого. Вот на городском дне здоровья в отдельном павильончике стараются клиенты психиатрического центра. С ними стажируется владимирский психолог Ирина Аржаных. Наша страна не такая уж и бедная, у нас полно собственных наработок. И наши немецкие коллеги с интересом посещают наши воркшопы, тоже здесь потом что-то используют. Это взаимообмен. Бывают такие ситуации, когда руки просто опускаются, когда пытаешься сделать что-то в России, а оно не идет. Огромное сопротивление. Но я оптимист, и я верю в то, что наше общество... мы это можем. Делаем картину вместе. Из множества мелочей получается красота. Это сказано о совместном арт-проекте на городской площади. А кажется, говорится обо всей истории городов-партнеров. Действительно, делаем вместе. Из множества мелочей. И ведь получается...